слез, и ТТГ было больше 6. При том, что она пила гормоны, он все никак не мог прийти в норму. И гормоны долгое время не могли подобрать, то у нее рвота, то плохое самочувствие. Ну, в общем, жить с такими симптомами было очень сложно. Вот. Ну, с чего мы начали? Это, конечно, с очистки. И потом я сказала, пройдем очистку и будем продолжать дальше программу, уже будем смотреть по продуктам. Ну, после очистки, только очистка, больше ничего в дополнение, ТТГ стал 2,9. Только очистка.